Сбербанк был и есть самый наш главный конкурент, мы с ним всегда конкурируем, так сказать, и что тут. Покупка Рамблера хорошая для них покупка. Если бы у нас были такие деньги, мы бы тоже Рамблер купили. И его, и Воложа, я считаю, такими, так сказать, выдающимися предпринимателями. И, кстати, подчеркну, это будет, пожалуй, единственная панель предпринимателей. Там будут только предприниматели. То есть три предпринимателя. И в этом смысле это очень будет крутая панель. А будет ли он с нами конкурировать? Ну, я не знаю. Он купил недавно Ленту. Может, он захочет там еще какой-то банк купить. Ну, вполне допускаю. Завтра спросим. Ну, я в данном случае дружу с Майклом, это мой друг, и более того, так сказать, семейный друг, если хотите. Вот. А лучше, чем Кудрин на первой панели, когда была панель Кудрина, Орешкина, Набиуллиной и Силуанова, лучше не скажешь. Он сказал, после дела Калви, с момента его ареста, отток из инвестиций из России вырос в два раза. Я не знаю, насколько это цифры правдивы. Я не знаю, насколько, так сказать, откуда он это взял статистику, но я доверяю главе счетной палаты. И если это так, это как раз говорит о том, почему все тут или многие ходят с этим значком. Вот ответ словами Кудрина.